Дорогие друзья, смотрите, при запуске программы для создания документа вам открывается вот такая страница, где вы можете выбрать любой шаблон на свою тематику. Видите, как сейчас все сделано? То есть просто пустой документ новый. Добро пожаловать, то есть бланки отчетов, резюме, что здесь есть? Бланки благодарности, календари. Учебные там мероприятия, школьный бюллетень, календари, студенческие, рефераты, фотоальбомы, визитки, годовой отчет. Кто бизнесмены, вот годовой отчет, пожалуйста, вам. Смотрите здесь, письма можете составлять, резюме, факсы. То есть разнообразие очень огромное. То есть бланки писем, сопроводительные письма. То есть вам не нужно ничего выдумывать, просто берете, заполняете и все. Даже вот здесь есть по цветовой гамме. Розовый, семья, список, студент, учитель. Пожалуйста, выбирайте на свой вкус и цвет. Очень много шаблонов. Итак, давайте мы с вами перво-наперво откроем какой-нибудь документик и поработаем маленечко с ним. Итак, смотрите. Так, что же нам открыть? Так, ссылки на видео. Так, так, установка ссылки программы второго курса, коммуникация. Давайте вот этот. Открываем первый документ наш. Открываем первый документ. Это у меня просто шаблоны, заготовки. И вот на этом я вам буду показывать. Значит, смотрите. Всегда вернуться к исходному, откуда мы пришли, да, к этим к шаблонам. Вы можете нажать вот здесь вот значок файл. Вот вам открывается. Вот. Дальше времени открыто, они внизу. Значит, смотрите. Что сейчас позволяет офисные программы сделать? Они позволяют нам синхронизировать все наши документы в интернете с облаком. То есть для этого есть специальная такая привязанная, специально созданная именно Microsoft Word, Microsoft именно такая вот приложение SkyDrive. Вот в SkyDrive вы можете хранить все ваши записи. Недавно мы с Натали Билан развили такую программку, как Evernote. Вот, так вот это вот здесь. То есть, так, то есть вы здесь можете также выбрать титульный лист, если вы делаете сейчас PDF книгу, да, и загрузить его. Вот. Таблицу, это тоже так же было. Рисунки. Вот, изображение с интернет. Вот смотрите, как это происходит. Очень интересная функция. Во-первых, открывается, смотрите, я пил уже Facebook, можно Twitter подключить, если у вас там какие-то, есть какое-то хранилище, вот. Со самого офиса, с поисковой системы Bing, с облака, где хранятся все ваши файлы. Это облако создано на базе этого Microsoft, не Microsoft, а этот Windows, ой, Microsoft, да, Microsoft Word. Вот. И вот давайте смотрите, вот нам, допустим, нужно ставить изображение в наш лист на тему, ну какую тему? Ну давайте лето выберем. Как это все делается? Очень просто, смотрите. Выбираем лето. И нажимаем вот сюда, поиск. И из библиотеки нам даются множество картинок. То есть, если у вас есть картинки в вашем облаке, вы можете выбрать свои, значит, картинки. Да? Если у вас нету, значит, можете выбрать тогда вот из хранилища, которое предоставляет вам интернет. Вот. Выбираете, вставляете. Происходит загрузка. И пожалуйста. Вот она ваша картинка.
Теперь смотрите, ее можно форматировать независимо от того, то есть не нарушая пропорции. И при этом смотрите, вот как работать с текстом, как отформатировать текст. Очень даже просто здесь получается. Вот не надо никаких особенных выкрутасов здесь. Просто нажимаете вот на эту иконку, вам высвечивается вот такая линейка. И вы здесь выбираете, какое будет обтекание. Вот такое или более прилегающее. Или будет вот такое, или вообще будет поверх рисунка, или за рисунком. То есть обтекание текста вот так выбираем. Все. Выбрали, закрыли, окей. Вот. Вот такая возможность очень интересная появилась. Так, дальше вставочка. Смотрите. Ну, фигуру говорит здесь и так все понятно. Вот. Фигуры тут... только маленечко добавились, так особого изменения не терпело. Вот. Здесь вы эти фигуры делаете в виде, если каких-то... Так. Если какие-то хотите создать иерархию, то есть список, да, какие-то пирамидки или ступени каких-то, да, важности там уроков, к примеру, или движение каких-то определенных инструкций, то есть от А до Б, вот этим все вы сможете графическими элементами смарта, это вы здесь можете все сделать. Значит, дальше смотрите. Последнее использование приложения, это вот приложение для офисов. Вот, о чем я вам и говорил, вот эти вот SkyDrive и так далее, и так далее. И вот смотрите, вот неактивное окошко очень интересно, видео из интернета. Вот я его сейчас специально на этом заострю, и для этого я, смотрите, что сделаю. Для этого я сейчас открою одну из PDF, да, PDF книг, допустим, 7 уроков, книга Киосаки. Ну, давайте ее откроем. Вот. Происходит загрузка PDF книги в документ Word. Обратите внимание, такого не было никогда всю историю Word. Происходит загрузка. Вот внизу, смотрите, надо просто подождать. Идет вот белая полосочка. Сейчас она загрузится, и документик у нас появится уже отформатированный именно под Word. То есть мы уже сможем его менять заголовки, вставлять видео, картинки и так далее. Я изначально сказал, что сейчас создавать ваш первый инфопродукт, а первым инфопродуктом мы называем это PDF-книгу. Так, не то открыл, не это хотел. Вот этот хотел. Всем способов заработка в интернете. Так. Вот я вам сказал, что первый инфопродукт это PDF-книга, с помощью которой вы можете уже зарабатывать деньги. Это, ну, конечно, небольшие суммы, там пусть даже долларов 5-10 где-то, да, будет стоить ваша книга. Ну, суть не в этом. Там 150 рублей или 250 рублей она будет стоить. Она все равно будет стоить денег и приносить вам доход. Так вот, сделать сейчас с помощью можно, ну, просто шедевр. Вот. Вот смотрите, я сейчас возьму вот за основу из одной из обучающих книг. Да, и смотрите, допустим, нам надо в книгу вставить видео. Вы помните, я там остановился в графе «Вставка» на вставке видео. И в самом Word не было этого, да? Но когда вы PDF книгу реставрируете... Чуть-чуть, чтобы она от нас не бегала. И отформатируем вот так вот.
Так, все равно убегает. Что еще здесь интересного? Так, верхний колон титул, нижний колон титул, номера страниц. Это вы все проходили из тех вордов. Это все понятно. Текстовое поле. Вот. Обратите внимание на текстовое поле. Это тоже было в тех вордах. То есть здесь вы выбираете нужное для себя, ну, оформление. Вот. Экспресс-блок, строки, так и так далее. Так, все, здесь я не буду останавливаться, чтобы не тратить время. Ваш, значит, дизайн. Вот смотрите с дизайном, что у нас происходит. Дизайн преобразовался, здесь вообще шикарный стал. То есть здесь вы можете сейчас выбрать очень разные стили. Для этого я сейчас другой документик, наверное, вот этот лучше, да? И выберу дизайн, чтобы у нас немного страниц, а поменьше было. И вот давайте обратим с вами внимание на изменения в дизайнах. Так, чуть длинная тоже страница, что ли? Так. Так, открываем и поехали у нас. Обратите внимание, происходят изменения. Вот. Поскольку здесь нету заголовка, вот такого как название, этого нет. Для того, чтобы у вас отображались вот также заголовки, изменения цвета, все эти, должны сразу в форматировании это все задать. При первом написании, при первом создании. Поскольку у меня нет заголовков, вы не видите. Но при этом, как видите, так, цвета, это понятно, шрифты понятно, эффекты. Вот эффекты, смотрите. Так, видно вам, нет? С эффектами видно? Вот. Я думаю, что видно, наверное. То есть это вот выделение ваших картинок. Вот здесь вот почитайте. Стандартный офис, тонкие окаймления, глянец, густая. То есть вот и подбирайте для себя вот эти вот изменения, какие вам нужны. Так, дальше. Подложка. Вот с подложечкой мы поработаем. Давайте. Вот я хочу создать подложку, значит, непростую. Вот, допустим, я возьму просто образец. Сейчас он у меня закачается туда, на все страницы. Так. Так, здесь не видно. Вот, вот пониже опускаем. Вот вторая страница, на ней лучше видно. И вот смотрите. Здесь подложка, допустим, чтобы это, эта книга была уникальная, да, чтобы ну, не могли копировать и под себя сделать эту книгу. Вы здесь можете что написать? Ну, ваша фамилия, имя. Вот. Так, поэтому дополнительные подложки. Так, не подложки, опускаемся вниз. В самый низ опускаемся здесь. Так. Так, дополнительная настраиваемая подложка. Так, наверное, вот это срочно. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы выделим. То есть сейчас я вам хочу показать, как настраивать подложку. Так, срочность, секретно, образец, заявление. Так, удалитьку. Так, черновик.
Так, ставить текущую позицию в документ. Так, опускаемся ниже. Здесь, видимо, еще от форматирования вот зависит. Сейчас мы поменяем форматирование. Так, не копировать. Так, что-то не прилипает у меня. Вот хотел показать. В общем, смотрите, вот здесь вот настраиваемая подложка светится, подсвечивается. И здесь вы можете в настраиваемой подложке менять, допустим, не ту надпись, которую задают вам по умолчанию, а, допустим, именно ставить свою. Вот. Как, к примеру, там Горбунов Александр Ильич. Так. Так, ну давайте вернемся потом. Я это время будет, вам покажу. Значит, границы страницы. Давайте выберем границы. Другая. Разные. Так. Авто. Выберем. Нет, вот здесь вот что-то. Картиночки. Тогда звездочки давайте вот так вот сделаем. И окей. Вот здесь вы предосмотр сразу видите. Нажимаем ОК. То есть вот так вот вы можете оформить свою будущую книгу. Вот в таком орнаменте. Так. А если не хочешь, чтобы писали комменты, можешь закрыть. Какая-то уловить сложно. Так, уроки будут еще. Я вас просто знакомлю, друзья. В любом случае, вы сейчас за мой урок, конечно, не научитесь, но видение у вас появится, понимаете? Наши уроки для чего созданы? Для того, чтобы у вас появилось видение. А потом вы спокойно садились, в спокойной обстановке, смотрели видеоурок, да? И спокойно это повторяли шаг за шагом. Час, два, три, там сколько понадобится. У каждого свое будет время. Вот. А сейчас вы должны просто смотреть и понимать, какие возможности у вас появляются в этой программе. Вот наша задача вот такая. Вот. То есть вот с границами я вам показал. Так, давайте дальше. Разметку страницы. Поля. Поля, само собой, понятно. Застряться не буду. Это есть. Ориентация, книжная, альбомная. Все как есть. Дальше. Форматы. То же самое. Колонки. Вот сейчас одна колонка, можно сделать две колонки, можно сделать так, можно сделать три колонки. То есть, не знаю, знали, нет такую функцию. Можно сделать вот так вот. Вот. Мы сделаем одну колонку, да? То есть, вы там выбираете для себя. Значит, отступы, отступы. Выбирайте здесь. Межстрочные, вот. Везде есть подсказки. Вот хочу заострить, смотрите, куда бы вы ни подвели, везде есть подсказки. Отступ слева, да? Отступ справа, да? Интервал до. Изменение интервала перед выделенным абзацем. Вот. Далее. После. Изменение интервалов после выделенного абзаца. И все вы это вот здесь задаете. Вот. Выделяем. Так, это у нас не высвечивается, выравнивать. Так, дальше ссылки. Ссылки мы с вами разбирали. Вот так, оглавление. Давайте с оглавлением. Так, настраиваемое оглавление. Вот я о чем вам заговорил. Так, заголовок 1, допустим, да? Окей. Так, дальше, дальше добавить текст. Это понятно. Обновить таблицу. Обновление, оглавление, чтобы каждый из этого элемента указывал на правильный номер страницы. Дальше вставить выноску. Вот смотрите, с выносками хороший вариант. Так, ну как же... Сейчас я вам покажу на другом документе. Так, открою.
Открою небольшой документик у нас здесь, где есть так, коммуникация, вот это вот открою. Не был. Так. Давайте еще раз открываем. Так, так, коммуникация. Так, вот этот. Это небольшой документик, да? Вот смотрите, документик в один листик. Вот для чего я хочу показать. И вот здесь смотрите, ссылки. Вот вставить выноску. Вы не раз обращали внимание в книгах, когда, допустим, какое-то слово, да, и к нему есть пояснение листа, либо есть пояснение в конце книги. Вот смотрите, вот таким образом вы можете вставить выноску, нажав просто на нее. Что происходит? Происходит нумерация вот этого слова. И вот здесь внизу появляется выноска, где вы и дописываете, допустим, пояснение. Просто одним кликом. Не надо специально там выделять, бежать вниз, делать подчеркивание какое-то. Вот это форматирование, оно уже само отвечает за это. Дальше, смотрите, следующая выноска, да, допустим. Вот. Так, следующая выноска. Так, следующая выноска. Так. Так, следующая выноска. Так, сейчас выделяем слово. Сейчас выделим мы слово. Ставить выноску. Вот. Вот, ставилась у нас выноска. Была. Мы там ее видим внизу, да? И вот что у нас происходит. То есть вот здесь вы уже выбираете следующая выноска или предыдущая выноска. То есть здесь уже работаете, да? Здесь вы уже работаете с форматированием. Это понятно вам должно быть. Так. А, так, так. А установить 2007 можно? Да, можно. А, так, показать выноски. Показывается выноски все. А далее, вот смотрите, еще давайте вот ссылочку вставим. Вставить ссылку. Вот, добавить источник. К примеру. Вот. И вот здесь смотрите, интересный момент. Когда вы создаете книгу, да, как бы вот вам пояснить-то, сейчас я закрою вот. Вот здесь вот, вот сделаю, вот внизу в самом. Вот смотрите, вставить ссылку, добавить источник. И вот первый источник. Допустим, вы написали книгу, но у вас есть еще какие-то интересные книги. И как их добавить, да? То есть вы вот здесь в документе просто пишете, допустим, источник, книга, автор. Автор. Александр Горбунов, давайте. Название. Секреты управления временем. Давайте. Секреты управления временем. Год. Ну, к примеру, 2013 пусть будет, да? Так, 2000. 13 будет. Город, где создалось, да? Издательство. Проект Меры успеха. Меры успеха, да? Вот смотрите, вы создаете вот эту ссылочку и нажимаете вот так вот. Видите? Видите? А теперь смотрите. Управление источниками. Вот. Вот моя созданная книга. Да? Вот она отображается. Теперь смотрите дальше. Здесь вот есть АПА.
Честно скажу, не знаю, что это за редакция 15-я. Ну, в данном случае я вижу, что это 6-я редакция. Видимо, может, просто по изменению текста какого-то или что. Ну, здесь я вам не поясню, что значит 6-я редакция, что значит 15-я редакция. Значит, список литературы. И вот здесь вы выбираете, допустим, вы в конец хотите поставить, что это список литературы вашей, да, либо это ваши какие-то ссылки прописанные, да, но лучше, конечно, уместна литература. Поэтому нажимаем «Литература», и вот внизу вашей книги то, что вы задали, вот, видите, оно уже сохранилось. Добавить новый источник, давайте добавим новый источник. То есть пишите уже не книга, да, допустим, какие-то материалы конференции, да, вот, автор там тоже. Ну, давайте напишем А.И. Горбунов, то есть, и так далее, да, и так далее, то есть, и вот здесь вот вы дальше вставляем, значит, труды какие-то цитируемые. Пожалуйста, вот таким образом вы в конец книги задаете профессиональный, серьезный, грустный контент. То есть люди смотрят, они стремятся это купить, да, они это ищут, находят, и в итоге вы продаете. То есть вот так вот, делая одну книгу, вы можете рекламировать свои две книги. Причем это оформлять очень профессионально, очень профессионально. Так, вот на это особо хотел уделить внимание. То есть вот этого не было в тех Word'ах более так раскрыто. Так, вставить название. Но это понятно, то есть у нас где-то было с картинкой. Так, не с картинкой, где у нас картинка? Вот тут где-то было. Так, мы удалили, что ли, картинку? Так, картинку удалили уже, жаль, конечно. Так, так, ладно. Значит, здесь, значит, вставить название, работа с картинкой, значит, добавление метких картинки. Выбирать картинку, и снизу, как видите, добавляется описание, надпись картинки, если это нужно. Дальше пометить элемент, да. Так, ну вот давайте выберем лидеры. Нажимаем пометить элемент, да. И что делаем там, допустим? Текущая страница, да, или диапазон страницы, полужирный, давайте поставим там какой-то, так, пометить. Вот. Ну, я здесь как бы не особо вижу, зачем это надо, честно говоря. Вот. Сейчас я сниму все эти пометки. Так, ссылки. Я просто показываю вам, что вы здесь можете задавать какие-то метки. Значит, пометить ссылку также, вот мы сейчас с элементом работали, можете также пометить ссылку. Дальше, рассылки. Рассылки. Вот смотрите, допустим, вы создаете что-то, да, и вам нужно что-то отправить. То есть вот здесь есть функция конверты. Вот. Если вам нужно отправить письмо, вы можете создать здесь конверт. Вот я сейчас нажму, вы увидите. Сейчас он откроется. Подождем немножко. Ну, здесь, конечно, нужно открывать в новом документе. Вот этот не подойдет. И здесь вы вписываете адрес получателя. Все как нужно, значит, добавить, не добавить почтовую марку. Вот. И смотрите, вот образец, то, что у вас получается. Вот. Обратный адрес ставите, да, там печатать, не печатать, указывайте, как вам угодно. Вот. И все. Если все это указываете печатать, значит, нажимаете на печать и конвертик. Естественно, это в новом документе все это надо делать. Я делаю отмену. То есть наклейки, вот давайте разберем. Конверты, да, это конверты, а вот наклеечки. Тут же сразу можете работать. Вот. Вот такая наклеечка появляется. То есть, ну, конверты конвертами, наклейки наклейками, да? Типа объявлений, что ли.
Так, это слияние. Вот смотрите, слияние. Что такое слияние? Это создание одного документа, да, и отправка его нескольким пользователям. Вы также можете вставить в поле такие, как имя или адрес, да. Word создаст копию для каждого. Вот так, сейчас. Word создаст копию для каждого получателя и заменит эти поля сведениями. Вот. Далее, вот здесь вот выбор получателя. Это мы сейчас с вкладкой рассылки, понимаете, да? Выбор списка получателей. Для того, чтобы выбрать в списке, во-первых, надо сперва здесь, конечно, завести этот список. То есть ввести новый список. Естественно, первый раз у вас здесь ничего не будет. Вот. Конечно, надо создать список, кому вы будете заниматься созданием рассылки. Вот. Так, все, здесь пока ничего не... Строка приветствия, блок адреса и так далее, это вот при создании нового документа, когда вы начнете, у вас здесь все рисуется. Особо сложного здесь нет, вот, поэтому я думаю, вы тут разберетесь. Рецензирование, вот смотрите, давайте с рецензированием. То есть, во-первых, давайте проверим правописание документа. Перво-наперво, да? Вы создали документ, и вам как бы нужно проверить его на ошибки. Нажимаете правописание и начинаете проверять. Первым словом вылезло у нас что? Грамматика. Раз, да? Вот оно слово. Раз. Здравствуйте. Еще раз. Если вы считаете, что оно уместно, вы делаете пропустить. Дальше. Mail. Непонятное. Нормальное вы считаете, пропустить. И вот таким образом вы проверяете весь документ. То есть Word вычисляет все ваши погрешности и дает вам понять, что нужно сделать. Вот. Понять. Слово, да? Запятая стоит. Изменить. Если вы не знаете, как поступить, вы нажимаете изменить, и он сам меняет. А здесь что было? То есть была запятая, но не было отступа. Он сделал сам отступ. Вот. Вот так работает правописание. Так, я больше не буду весь редактировать. Так. Неуверенное значение слова, вот этот определитель, да? Неуверенное значение слова, выясните, что оно означает. Допустим. Ну, давайте возьмем слово курсом. Нажимаем определить. Вот. Есть, и здесь у вас загружаются словари. То есть, и через эти словари вы определяете пояснение этого слова. Вот. Для данного языка отсутствует словарь, язык русский. То есть, ну, непонятно ему. То есть не нашел он. Тезусы. Словарь закрываем. Теперь смотрите. Так, вот допустим, выбираем слово открыток, да? И нажимаем слово открыток и нажимаем тезаурус. Вот. А что это значит? Это значит похожие слова, которые вам Word сам найдет и предложит. Для чего это нужно, сейчас поясню. Допустим, вы для своего сайта нашли подходящую статью. Вот. Нашли подходящую статью. Но эта статья не будет являться уникальной на вашем сайте, потому что поисковики и роботы поисковиков, они сразу отследят, что эта статья уже есть на другом сайте. Так вот, с помощью вот этой функции, вы можете смотреть и, допустим, вот слово «открыток» заменить на какое-то другое слово, да? Или вот слово «спасибо», да? Слово «спасибо». Да, вот так вот сделаю. «Спасибо» заменить на какое-то другое слово. И вот Тезаурус, он вам подскажет. Большое спасибо, больше спасибо, благодарю вас. То есть, понимаете? То есть, это вот ваш мозговой штурм. Тезаурус, это ваш мозговой штурм.
То есть, если вы сами не можете сообразить, вы можете с помощью этой функции подобрать нужные слова. Тем самым изменить текст до неузнаваемости, но по смыслу его сохранить. И он станет у вас уже уникальным. То есть, именно для вашего сайта. А поисковики любят уникальные тексты и, естественно, продвигают такие сайты выше. Вот. То есть, понятно. Так, ну статистику, что тут смотреть, тут и так все понятно, нажимаете, смотрите, сколько у вас страниц, слов и так далее. Это вот тоже необходимо, если вы пишете статью для сайта. То есть нужны определенное количество символов, да, для того, чтобы человек задержался определенное количество времени на этом сайте. Вот здесь статистики, вы все это можете просмотреть. Теперь смотрите, вот давайте слово «бесплатным». Вот я вам говорил, что теперь вы можете создавать ваши книги не только на русском языке, ваши произведения, продав книги, да, но и на другие языки, их сразу делать. Как это делается? Да очень просто. Просто берете вот так, выделяете, ну вот я беру абзац, да, и делаете перевод. Сейчас я это закрою. Перевод. И вот перевод выделенного текста. Нажимаете. И на какой вам нужно перевести? На испанский? Ну, давайте лучше на английский. Выбираете английский язык. Он вам переводит. Вы нажимаете «Ставить». И смотрите. Весь текст у вас уже переведен на английский язык. То есть, таким образом вы можете всю книгу перевести на английский язык. Вот. И пустить в продажу ее на английском языке. Если вы считаете, что это необходимо. Вот. То есть я делаю отмену. Вот такая интересная функция. Язык проверки правописания. Тут понятно, что вы выбираете русский, если вы на русском. Да? Вот. Создание примечания мы с вами разбирали. Эта функция здесь повторяется. Вот. Значит, исправление. Здесь вы отслеживаете все изменения, внесенные в документе. Вот. Для чего это надо? Допустим, ну, дали вы задание какому-то человеку, да, с документом. Тот вроде что-то делал, документ очень большой, и говорит, ну, все, я там поделал, а сам, допустим, ну, это я такую банальную историю вам рассказываю, ничего не делал. Так вот, в исправлениях вы можете посмотреть за своим подчиненным, вот, какие исправления он производил. Так, вот исправление. Так, ну вот он мне подсветил исправление, что мы здесь сделали, да? Вот. Нажимаем еще раз. Исправление, да? Так, так, так. Так, сейчас посмотрим. Показать исправление. Так, показать конкретное. Так, примечание показать. Так, область вертикальная, горизонтальная. Так, исправление. Здесь же вы можете сделать запрет на отклонение. Для этого нужно ввести пароль. Ну, в общем, вот поняли, да, что вы здесь можете отслеживать за исправление. Я сейчас не буду заморачивать, честно скажу, с этой функцией не разбирался плотно. А поскольку она мне, ну, вообще никак не нужна. Вот. Но тем не менее, если кому-то надо, зайдите просто здесь. Вот 4 кнопочки, вы разберетесь. Вот. Кнопка принять. Принять и перейти к следующему. Принять все исправления. Принять, не принять. Ну, короче, это тоже самое. Или отклонить. Назад, вперед, сравнить. Вот сравнить, интересная функция. Сравнение двух документов для просмотра отличий. Если у вас какие-то два документа были, то есть, допустим, один редактировали, другой не редактировали, да, здесь вы можете вот этой функцией сравнить эти два документа. Ну, эта функция понятна, ограничение на редактирование. Если вы хотите сделать ваш документ и запретить его потом к редактированию, то есть поставить на него замочек, вот это как раз функция рецензирования за это отвечает. А вот связанные заметки. Вот видите, у меня облако высветилось, то есть OneNote. То есть есть еще SkyDrive, да, а есть еще OneNote. То есть приложений очень много.
Как только установите себе 2013, регистрируйтесь там на всех на них и разберетесь. Очень хорошее приложение. Так, ну, режим чтения, он вот также вот внизу у вас отображался, вот я вам уже показывал режим чтения, да, вот, можете пролистывать просто вот таким образом, вот, прочитывать книгу. Сейчас я в режиме одностраничного, и вот эти режимы же здесь вот тоже отображены, вот. А структура, черновик, то есть все это вот структура, вот здесь вы можете что сделать, вот видите, структурировано пошли кнопочки, вот так, вид, так, структуру снимаем, и вот черновик, черновик это вот правка, так, разметку я ставлю обратно. Так, ну, новое окно, значит, смотрите, вот у меня несколько документов открыто, чтобы вам удобно работать, вот во вкладке «Вид» есть вот такая функция, новое окно, да, то есть вы открыли вот этот документ в новом окне. Упорядочить, вот смотрите, они сейчас все откроются вот здесь, вот, все откроются вот здесь, сейчас я их сверну, вот, смотрите их сколько тут. Так, вот «Вид». Упорядочить, вот они упорядочиваются все, видите, вот так. Ну, разделить кнопку не буду пользоваться. Так, перейти в другое окно, и вот здесь вы можете между этими окнами бегать, вот у вас все, которые открыты, вот сейчас вот это открыто, можете вот на это перейти, можете вот на это перейти, и вот в таком вот ракурсе вы и как раз работаете. И дальше настройки. На настройках ничего вам не расскажу, потому что вы должны иметь платную программу Widget Manager, Wind Manager. Вот у меня стоит она бесплатная, да? Ну как бесплатная? Просто с ключами я нашел эту программку, установил себе, вот. Но она не отвечает никаким функциям. То есть ее невозможно здесь привязать. То есть должна быть лицензионная версия. Здесь это вам не пригодится. Так, ну что ж. На этом я заканчиваю обзор этой программы. И жду ваших комментариев в чате.